Всем привет! Мы на пляж приехали. Сейчас покажем, что тут делается. Да ты чё? А мы такие думали, ой, да тут народу-то нет. А тут дофигища народу. Чё, куда пойдем? Да, слушай, народу-то дофига. Много, да. Давай мне руку, тяжело тебе идти-то? Не, не будем снимать там, горячий песок-то, слушай. Пойдем, вон до речки дойдем. Кто-то на машине пытается сюда проехать, да? А это что, чайка такая летает? Вот смотри, как у него размах крыльев-то такой здоровенный. Много, слушай, народу-то. А мы что, просто к речке подойдем, да и все. Мы же что, так посмотреть, да? Что тут вообще? Ну, песочек-то тут такой хорошенький. Я еще в прошлый год заметила, что он хорошенький здесь. Песок-то, да? Едет. На нем не остановиться и забуксовать может. Думаешь? Да не, не забуксует. У меня рука приспущена. Псины. Псинки маленькие, ага. Побежали. Ну вот, смотрите, какая тут красота. Красота. А что, он, пойдем вот туда? Ну что, до речки дойдем, да и все. Да, что нам надо-то? Собачка, догоняй, догоняй, догоняй скорее. Тяжело по песку-то. Ага. По песку тяжело идти-то. Где у меня мартышка-то? Идешь? Не, видишь, купаться сегодня мы не будем. Ну так-то прикольно здесь, да? Красиво. Ну мы в прошлый год же еще прибывали сюда, так тоже было тут. Хорошо. Пойдем, вон дойдем до речки. Только держи-ка ее, ладно, а то на воду-то сейчас как навернется. Магион, да. Химзавод, куда без него? Ой, Вилли, только не мочи-ка. Ладно, давайте я вас отпущу. Не мочите только ноги-то, ладно? Купается. А люди-то купаются. Хотя у нас так-то еще всего лишь ничего. Тепло-то стоит. Вот такой вот пляж. Надо снимать телефон. Нет. Уже готова нырять? Да, готова. Нет, ты велишь. Не будем мы сегодня нырять. Хватит с тобой. Сегодня не будем. Ты только недавно только проболела. Что, не замочила ноги-то? Еще пока. Она уж стоит. Пойдем. Все, пойдемте тогда обратно. Ага, клещей ловить? По дорожке. А? По дорожке. По дорожке. Так вот сейчас вас у нас красиво.
Здорово. Собачки лишь. Какие смешные собачки. Какие маленькие миленькие собачки. Собачка каркает. Хорошенький песочка, да? Ага. О, на ноги ты сел, зачем? Ее покусали уже ножки. Угу. А что делать? Как это еще вчера покусали-то? Не снимай горячий песок, ты потом как пойдешь босиком-то? Он горячий и велишь. Давай, все, пошли. Он горячий, ты как потом пойдешь-то? Песочек-то горячий. Вот еще общий обзор. Насниму? Ну как, чебецкие Мальдивы, много песочка. И вот такая куча насыпи песка. Не знаю, откуда она тут взялась. Вот именно такая большая. Вряд ли туда вода. Хотя может вода и поднимается весной отсюда. Точно не могу утверждать, потому что весной сюда, когда половодье бывает, не приезжали. Мы иду вперед. Ну что, друзья, кому понравилось, знаете, что делать. Еще куда-нибудь с вами обязательно прогуляемся. А так, всем пока, берегите себя.